Фрея, твой брат сказал, асы сожгли его. Да. Тогда мы еще не воевали. Но отношения ванов и асов давно были враждебными. Фрейру взбрело в голову, что если мы поделимся с ним своей магией, вражда угаснет. Он решил научить их, как получать щедрый урожай, которого хватит на весь народ. В благодарность за это его сожгли. Верно. Асы были слишком нетерпеливы и взбалмошны для утонченной магии ванов. Когда все пошло прахом, они обвинили учителя. Значит, Фрейр был гостем, когда Один его сжег? Не совсем. Один был не прочь посадить Фрейра под замок. Магия ванов показалась ему перспективной, и он хотел узнать больше. Но пока довольна об этом. Нашли сферу. А откуда вы друг друга знаете? Дела гильдии не для чужих ушей. Ну, не разглашение, все такое, сам понимаешь. Что-что? Скажем так, нас с Броком давно связывают общие интересы. Ага, находить проблемы нам на шею. И опять вытаскивать тебя из них. Что? Да это она привирает. Ну, я ответила на твой вопрос. Можно сказать и так. Брок, раз Лунда может путешествовать между мирами, как ты, значит, вы с ней познакомились в гильдии? Может быть. А может, мы просто налокались, и я показал ей пару трюков. Или я ему показала. Ты нас не знаешь, умник. Лунда. Ты случайно не знаешь, как твои друзья, темные и светлые эльфы, в этом замешаны? Ты про Бюгвера и Бейлу? Ну, они оба побывали в плену у одной из сторон, а может, у обеих. Вместе сбежали, и с тех пор их друг от друга за уши не оттащишь. Темный и светлый эльф, сбежавшие вместе? Это риск. Любовь — это всегда риск. Тем она и хороша. Да, примерно как расплавленный сыр. Лунда, что ты знаешь о Биргере-путнике? Не особо много. Он парень неразговорчивый. Как я поняла, он одно время следовал тропой путника, но потом случилось что-то такое, что заставило его резко с нее свернуть. Знаешь, что он видел? По-моему, он разглядел, куда ведет эта тропа. И перспектива ему не понравилась. Небось, когда он понял, что плясал под Одинову дудочку, у него все в штанах скукожилось. Привет, Фрея. Ну как ты? Нормально. У тебя и с фигурой порядок. Что? О! О! А. Спасибо. Не за что. Лунда, я смотрю, ты ни капли не изменилась. Теперь для богини. Знаешь, что хочешь? Что-то интересное, брат? Вот так.
Эй, красавчик, не забудь про мою сферу. Несусветная глупость. В чем дело? Я умерла, но вы мне поможете. Конечно, Гунхильда. Но зачем? Когда пришли Инхерии, мы хотели дать им отпор. И я предложила магию Сейдер. Ты была в отчаянии, знаю. Но это так глупо. Да уж. Мне повезло погибнуть прежде, чем я успела лишиться разума, как они. Освободите их. Конечно. Магия Сейдер беспощадна. Для несчастных душ это пытка. Значит, мы даруем им смерть. Ну и как же нам туда забраться? Мы не сможем. Эти лианы мешают. Души моих друзей все еще страдают. Даруйте им свободу в смерти. Oh.
Похоже, сработало. Прошу, избавьте их от мучений. Скажи, каково это вернуться? Это вовсе не возвращение. Все переменилось. Я теперь здесь чужой. Мне это знакомо. Вон там появилось рунное слово, видишь? Мэгги. Теперь мы сможем добраться до места свадьбы. Часть брони с клеймом Лунды. Жаль, сломана, но сделана добротно. Зачем бросать? Это подозрительно, брат? Если эта сфера ей так важна, она бы ее не оставила. Возможно. Стрелы печати тут не сработают. Видимо, впереди Сейдер. Придется искать другой путь.
мою броню! Я могу ее в два счета подлатать! Хорошо бы вы ее принесли в мою сферу. Как-никак я для вас за даром стараюсь. О, чем мы ближе, тем тяжелее камень на сердце. Может, не пойдем дальше? Принять свое прошлое не так-то просто. Я должна. Хватит носить в себе эту боль. Представь себе, когда-то мы были счастливы. Я верила, что мы правда будем жить в мире. Может, в этом и кроется моя ошибка. Я просто хотела сберечь семью. Тебе нечего стыдиться. Но я не сумею. Эти отметины. Их оставили сейфы. Сфера Лунды. Осторожнее. Мы не знаем, что это. Думаешь, Лунда отправила бы нас за сферой, если бы она могла нас убить? Давай уже вернем ее ей. Любопытно. Еще метки Сейдер. Значит, спутники Гунхильды где-то рядом. Во что они превратили это место? Старая броня Лунды. У нас почти полный набор.
Хорошо, что ты знаешь руны, брат. Вон там. Это те заблудшие духи Сейдер. Друзья Гунхильды. Дружелюбными они как-то не выглядят, правда? Им пора упокоиться. Сейчас взорвется! Назад! Пойдем дальше. Семейная эмблема квасера мудрого. Я бы сказала, квасера непросыхающего. Больше их не осталось. Проклятие. Я знала это. Как они могли додуматься использовать магию Сейдер? Были в отчаянии. А теперь они погибли. Теперь их нет. Ты себя винишь. И что? Это не принесет облегчения. Вернемся к Гунхильде. Или хочешь еще поделиться мудростью? Не хочу. Go!
Ты только посмотри. Мне жаль, что нельзя было иначе. Зато они обрели покой. Что-нибудь выяснил? Еще один для древа. Нужно найти путь сквозь эти обломки. Похоже, сработал. Что ты нашел? Мимир, я так и не спросила, каково это лишиться головы? Что мне тебе сказать? Было щекотно? Просто интересно.
Если ты хочешь посмаковать мои страдания, вынужден тебя разочаровать. Удар Кратоса был быстр и точен. Я ничего не почувствовал. Жаль. Все кончено. Твои друзья обрели мир. Славно. И прости, я бы не допустила этого, будь я рядом. Кто мы, по-твоему? Малые дети, ничего не разумеющие? Нет, но... Мы совершили ошибку. Но ты не смогла бы нас отговорить. Даже будь ты здесь в тот момент. Я... Да, ты права. Прощай, Гунхильда. Прощай, моя богиня. Кратос, спасибо, что нашел время помочь моим людям. Я никому не помог. Они были мертвы. Ты упокоил их души и тем самым облегчил мою совесть. Мне стало лучше. Радуйся, это ненадолго. Ты прав. Я уверена, в других мирах сестры тоже страдают. Вот умеешь же ты подбодрить, брат. По лицу вижу. Ты же мне что-то принес, да? Это пригодится. Лунда. Ну что, за дело? Вот. Ой, спасибо вам огромное! Хелька вся извелась. Так скучала по своему мячику. Ее любимые. Что? Если сможете найти что-нибудь из моего снаряжения, я его отремонтирую и даже платы не возьму. О, а вообще, это любой гном может. Но если бы вы это знали, не стали бы искать мою сферу. Так что простите. Здорово, что ты такой бдительный, брат. Тихо. Он прав, Мимир. Прояви уважение. Эта пищалка могла нас всех убить. И чуть не убила. Мисс... Да я ж лопну тогда. Лопни. Ладно, ладно. Ну да, лавка открыта. Ну, может, поживешь подольше. Хорошо. Меня заинтересовало несколько необычных растений. Твой интерес – твоя беда. Я не обязана во всем тебя просвещать, Мими. Я просто хотел спросить... И тебе ответили. Да, не поспоришь. Осторожно, сзади!
знаешь, почему я ушла той ночью? Могу лишь гадать. Он показал мне свое истинное лицо. Один попросил наложить на него защитные чары, как я сделала с сыном. Но ведь мальчика это свело с ума. Я отказалась. Он пришел в ярость. Стал швырять все подряд. Разворотил комнату. А после была лишь холодность. Я пыталась как могла, но... Никто не смог бы так жить, королева. Узнал что-нибудь? Там что-то есть. Стрелы печати тут не сработают.
Давай я. Фу, на. Не думаю, что...